Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово. Было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди? Да, люди. Здравствуйте, друзья! Не перевелись еще на Руси бабушки, которые любят старые сказки сказывать? Таких вы не прочитаете в книжках, потому что были они услышаны одной бабушкой в детстве от другой бабушки, а той от третьей. Так из далекой старины они и дошли до нашего времени. Вот послушайте один такой бабушкин сказ. В некотором царстве-государстве жил-был Ванюшка. Сирота сиротой. Ни папку, ни мамку своих он не помнил. Жил один-одинешенек в ветхой избушке, а добрые люди его подкармливали. «И почему мне досталась сиротская доля?» – вздыхал Ванюшка. «Видно, никогда мне счастья не найти. Да и где же его искать-то?» А тут приспела зима. Ледок сковал проселочную дорожку. Бежит по дорожке соседский мальчишка в рваных лаптях да припрыгивает. «Николка!» – позвал его Ванюшка. «Знаешь ли ты, что такое счастье?» «Кабы были у меня валенки, вот было бы счастье!» – ответил Николка и дальше побежал. А Ванюшка задумался. Валенок у него тоже не было, а счастья ему очень хотелось. Пошел он на край деревни к бабке Матрёне. Зашел в избу. Глядь, у печки валенки сушатся. Почти новые, только один раз подшитые. Бабка Матрёна на печи лежит, семечки пощелкивает, да недовольно покряхтывает. Увидала Ванюшку и спрашивает. «Чего тебе, сиротинушка?» «Бабушка Матрёна, спросить хочу, есть ли у тебя счастье?» «Все, счастье!» проворчала бабка Матрёна. «Счастье у того, у кого денег кур не клюют, у кого пироги из белой муки не переводятся. А у меня какое счастье?» «Видать, не в валенках счастье-то», подумал Ванюшка и пошел в город. Долго ли, коротко ли шел, смотрит, кругом хоромы белокаменные, крыши на них черепичные, перильцы резные и пирогами пахнет. Подошел Ванюшка к такому дому, да у хозяина и спрашивает. «Верно, жить в таком доме счастье?» А хозяин на Ванюшку и смотреть не хочет. В глазах у него так золотые монетки и сверкают. «Чего, голодранец, высматриваешь? Какое такое счастье? Нынче воры кошель с деньгами утащили, чтобы им пусто было. Да опять царь денег в казну требует. Вот кабы я сам царем был, вот был бы счастье». «Видать, не в пирогах счастье», подумал Ванюшка и айда во дворец. Прямо к царю-батюшке. Видит, царь сидит, голову повесил. В глазах у него суета-сует, заботы да думы всякие. Как услыхал про счастье, так прямо и осерчал. «Поди прочь, не трави душу. Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!» Вытолкали Ванюшку из дворца и дверь захлопнули. Ничего он так и не понял про счастье. А может, и нет его вовсе. Вдруг видит, на паперти старичок сидит. Ноги босые, в котомке последний сухарь завалялся. «Вот еще один горемыка», – подумал Ванюшка. А старичок посмотрел на него, да и говорит.
Какой же я тебе, горемыка? Я человек счастливый. Удивился Ванюшка, что старичок его мысли узнал. Я, дедушка, аж до самого царя дошел. Нет счастья ни в простой избе, ни в царских палатах. Отчего ж тебе счастливым быть? Ни дома у тебя нет, ни денег, ничем ты не распоряжаешься. Вон, даже валенок, и то нет. В чем оно, твое счастье? В моем зрении. Кто такое зрение приобретет, на весь век счастливым станет. А глаза-то у старичка чистые, чистые, прозрачные, как синее озеро. Ни суеты в них нет, ни пустой заботушки, ни блеска алчного, ни зависти. Одна радость так и светится, через край переливается. Да как же такое зрение приобресть? А ты все мысли дурные от себя прогони, все обиды позабудь, всю зависть из сердца вымети метлой, а то они нам свет застят, красоту и счастье видеть не дают. Не поверил Ванюшка. Да если б так было просто, то все бы кругом счастливы были. Просто? А ты попробуй. Стал Ванюшка дурные мысли да обиды прогонять, а они, как сорная трава в сердце, то там, то здесь прорастают. И не знал он, что за его короткую жизнь так много обид накопилось. Он их и вырывал, и выметал, да так, что и обессилел совсем. И вот осталась последняя обида. Зачем так рано родители его сиротой оставили? Трудно прогнать такую обиду. Да только Ванюшка изловчился из последних сил, да и выгнал ее из сердца вон. А когда глаза открыл, то и ахнул, какая красота кругом сияла, что и словами не высказать. И так у Ванюшки радостно на душе сделалось, как он раньше не видел. Да чего же хорош мир Божий, и все совершается в нем своим чередом. И счастье ожидает всякого, кто сумеет прогнать от себя все обиды свои да страсти. Ну что, Ваня, очистилось твое зрение? Спросил старик. Ой, почти совсем очистилось. То-то. Теперь ты можешь чистым зрением видеть Бога, а в нем-то одном и есть наше счастье. Да, друзья мои, запомните этот сказ. Он вам очень поможет в жизни. А теперь пришло время нам попрощаться. До свидания. До новой встречи, ангела вам хранителя.